Я считаю, что кадровый конкурс «Лидеры Луганщины», он и является вот той площадкой, на которой каждый из участников, каждый из вас будет иметь возможность, ну, безусловно, реализовать себя. Я сегодня призываю всех студентов Далевского университета, всех преподавателей, которые действительно хотят жить в хорошей, самодостаточной стране, с развитой экономикой, с устойчивой политической системой, принять участие в этом конкурсе, зарегистрироваться и смелее высказывать свои предложения. Каждый из вас тоже может оказаться в команде, которая будет возрождать, да, и развивать Луганскую Народную Республику, не только на самом деле наш регион, но и всю нашу страну, великую Россию. Потому что этот конкурс действительно дает лифт в будущее, дает навыки, дает возможность получить хорошее образование. Будущее, мы понимаем, за вами. Ваш талант, ваше умение, ваше мировоззрение, ваши предложения всегда будут учтены. Леонид Иванович, мы очень благодарим вам и благодарны вам, что вы вот действительно сказали эти теплые слова в наш адрес, нашего Далевского университета. Участие в данном конкурсе – это хороший повод, чтобы показать себя и реализовать все свои проекты.